Комсомол это... Комсомол это передовой отряд. Комсомол это передовой отряд советской молодежи. Комсомол это... А, Андриана! Вы меня так напугали? Спасибо за сувенирчик, мама. Это у вас откуда? От верблюда. Я пришел к тебе, мой маленький Пиноккио. Сейчас ты увидишь это тело, Мария. Прекратите, Адриана! Что вы делаете? Лодка, реха моя, весла большие. Плыви сюда, Мария, плыви сюда, Мария. Папа, дуб-дуб-дуб, папа, дам-дам-дам, папа, дуб-дуб. Ой, кто-то стучит. Стой, Мария, не открывай. Не открывай, Мария, стой, это моя жена, точно это моя жена. Жена, откуда? От верблюда, она всегда появляется в таких случаях. Мария, спрячь меня, Мария. Мария, не открывай. Спрячь меня, Мария. Она убьет всех, и самое страшное, она начнет с меня. Мария, нет, не открывай. Мария, спрячь меня, Мария, спрячь меня. Ладно, умру на рабочем месте. Ах, мисс Мария, ты кричал, кто тебя пугал? Ганга его находил и убивал. Ах, мисс Мария, как мое сердце переживал. Очень переживал, мисс Мария. Ах, мисс Мария, если б ты меня полюбил, я тебя, Африка, забрал, на высокий пальма посадил, да. А ты на пальма сидел, а я под пальма гулял целый день, тебя охранял. А если ты дети родил, на маленький пальма мы их посадил. Ганга, о! Опять кто-то стучит, я открою. Крокодил. О, мистер Перец, проходите. Я не помешал? Ну что вы, нисколько. О, что это стоит у вас вон там? Памятник. А, так похож на Мганга. У меня к вам конфиденциальный разговор, мисс Мария. Ваша неповторимость достигла всех моих ожиданий. Ой, как красиво! Ой, я такого никогда не видел. Нравится? Ой, прелесть! Вы так похожи на мою мать. Ужас какой. Ее тоже звали Мария. Это вам. Нет. Нет, я не могу. Что? Что вы, мистер Перец? Я честная девушка. Зачем? Ой. Ай-яй. Меня же мама предупреждала. Это погром. Спрячьте меня, мисс Мария. А что такое погром? Чтоб вы не знали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подмосковные ветера. Добрый вечер, Мария-сан. Добрый вечер. Мария-сан, скажите, у вас продается славянский шкаф с тумбочкой? Что? Наранный японский сумка. Па-дам! Это же памятник. А, памятник. Мисс Мария, у меня есть к вам один деловой предложение. Я хотел бы, чтобы вы рекламировали продукцию нашей фирмы. Что это? Картошка. Нет, это Япония. Это вы. Вы к нам, мы к вам. А где же Россия? А Россия там, где нет картошки. А вот наша главная рекомендация. Товарищи, я думаю, может получиться так, что мнение мое будет такое. В наше судьбоносное время надо работать с японскими товарищами. Подумайте над моим предложением. Спокойной ночи, Мария-сан.
Ну иду же. Добрый вечер. Маруся, я принес распорядок дня. Итак, 6:30 подъем. Водные процедуры в 7:40. Ура! Ну что, мисс Мария, кровать я отремонтировал. Смотрите, больше не ломайте. Я попозже зайду, ваш водопровод проверю.